Минувшая неделя была наполнена новостями с приставкой премиум. Daimler напомнил о продолжении работ над гиперкаром Mercedes AMG One. Porsche приготовила первый пакет обновлений для электрического Тайкана. На российский рынок одновременно выходят флагманский Mercedes Maybach GLS и Bentley Flying Spur. И тут же подоспело известие о запатентованном дизайне кроссовера Aurus Commandant. На этом фоне совершенно безумный 700-сильный пикап Ram 1500 TRX уже кажется недорогим. Но еще дешевле – честный внедорожник Mahindra Thar, который наверняка оценили бы и в России. Но вместо него нам уготованы большой корейский паркетник Genesis GV80, четвертое поколение Kia Sorento и новейший минивэн Kia Carnival. И самое неожиданное – рестайлинг недорогого седана Rio. Но начнем с новостей спорта. Испания принимала гран-при Формулы-1 в 51 раз, но впервые в августе. Воздух прогревался до 30 градусов по Цельсию, а асфальт на трассе – до 48. Льюис Хэмилтон в пятницу назвал такую погоду убийцей для машин и резины. Однако гонка прошла без эксцессов и массовых сходов. Единственным, кто не увидел финишных флагов, был Шарль Леклер, у которого на 38-м круге отключилась силовая установка. В остальном – тишь да гладь. Выиграл гран-при Испании Льюис Хэмилтон, одержав четвертую победу в сезоне. Макс Ферстаппен финишировал вторым, Валтери Боттас поднялся на третью ступеньку подиума и оставил за собой лучший круг. Наш Даниил Квят – 12-й, а в общем зачете чемпионата россиянин продолжает держаться на предпоследней из 17 строчек протокола. Через неделю борьба продолжится в СПА. В квалификации Формулы-2 Роберт Шварцман показал второй результат и в субботней гонке вышел лидером уже из первого поворота. Но после пит-стопа россиянин вернулся в пилотон 12-м. Постепенно Шварцман вышел на пятое место. Воспользовавшись появлением машины безопасности, команда Prema Racing провела для Роберта еще один пит-стоп. После рестарта Шварцман дошел до второй позиции. В воскресной гонке по правилам реверсивной решетки Шварцман начинал заезд с седьмого места. Но расход резины оказался очень высоким, и пилот SMP Racing финишировал на 13-м месте. По итогам уикенда Роберт поднялся на вторую позицию в общем зачете пилотов Формулы-2. Еще один успех виртуальной российской сборной – результаты Никиты Мазепина. Он держится седьмым. Создание гиперкара Mercedes AMG One наконец продолжилось после паузы. Напомним, что дорожная машина будет буквально напичкана узлами и агрегатами от болида Формулы-1. Прежде всего, из автоспорта перешел гоночный V6 объемом всего 1,6. С ним, собственно, и возникли главные проблемы. Подгонка под нормы по шуму и выбросам заняла много времени. Наконец, One выехал на тесты. Несколько прототипов утюжат асфальт собственного трека концерна Daimler, но затем испытания переместятся на Нордшлейфе. Большая часть времени уделяется доводке силовой установки. Помимо формульного движка, она включает 4 электрических мотора. Учитывая суммарную отдачу на уровне 1000 сил, инженерам также приходится оттачивать активную аэродинамику. Мы ожидаем, что до сотни мерседесовская пушка выстрелит за пару секунд. Поставки первых машин клиентам начнутся через год. При этом тираж гиперкара стоимостью под 3 миллиона евро составит 275 штук. Естественно, все экземпляры давно распроданы. Электрическому Porsche Taycan меньше года. Но по правилу, которое завела Tesla, батарейные машины надо обновлять ежегодно. И в Штутгарте решили ему последовать. Топовый Taycan Turbo S стал немного быстрее, а в интерьере появился новый проекционный дисплей, который состоит из трех секций. Одну можно настроить по вкусу, а другие отображают подсказки системы навигации и показания интенсивности разгонов торможений. Куда интереснее новая система подписки на опции. Активировать новые можно даже после покупки автомобиля. Некоторые из них покупаются на месяц-другой, а вот зарядное устройство на 22 кВт вместо 11 будет полезным всегда. Адаптивная пневмоподвеска научилась по команде водителя приподнимать переднюю часть машины, чтобы проезжать через неровности. Штатная навигация запоминает такие места, и потом автомобиль отрабатывает неровность уже самостоятельно, без команды. В Европе поумневший Taycan появится осенью.
После того, как Ford изготовил свой F-150 Raptor, поляна экстремальных пикапов оказалась занята только им одним. Это удивительно, но никто не решался зайти на территорию Раптора больше 10 лет. И только сейчас марка Ram, отпочковавшаяся от материнского бренда Dodge, представила свой 1500 TRX. При этом Ram решил ударить по конкуренту вовсе не ценой, ведь в пересчете на рубли TRX оказался на миллион дороже Форда с аналогичной двойной кабиной. Как минимум, одно оправдание такому ценнику очевидно – это двигатель. Если 16-цилиндровый турбомотор Raptor выдает около 450 сил, то восьмерка Рэма – больше 700. Неудивительно, что для разгона до неполной сотни новичку достаточно 4,5 секунд. Помимо выдающегося движка, безумная новинка заполучила специальную подвеску для быстрых прохватов по крутому бездорожью. В итоге ходы подвесок выросли на 40%, а дорожный просвет достиг 30 сантиметров. А если по пути встретится брод глубиной до 80 сантиметров, то Ram безболезненно перемахнет через него. Под внедорожные подвиги заточены покрышки внешним диаметром 35 дюймов. А чтобы огромные колеса не сильно выступали за габариты кузова, на арках появились расширители. Но если накладки выполняют строго функциональную роль, то остальной обвес работает только на узнаваемость. Свои отличия есть и в салоне, но эффектные красная прострочка и псевдокарбоновые панели предложены за доплату. Без них интерьер будет строго черным. Главное, чтобы сама модель пришлась клиентам по вкусу, ведь не зря эту грядку до этого не окучивал никто, кроме Форда. Пожалуй, только знатоки автоистории вспомнят, что индийская марка Mahindra 70 лет назад была создана для выпуска американских внедорожников Willys. Между тем, его прямые потомки продержались вплоть до прошлого года. А сейчас пришло время выдать рынку идеологического преемника. Новый внедорожник TAR эксплуатирует и легендарный стиль, и рамную концепцию. Первым делом на конвейер зашла короткобазная трехдверка. Но наверняка будут и более практичные варианты. Внедорожник имеет съемные двери, предлагая на выбор мягкий складной верх и жесткую съемную крышу. Двигатели Mahindra разрабатывала совместно с Фордом. К любому агрегату можно пристыковать механику или автомат. Полный привод с подключаемой передней осью, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Пружинная подвеска тоже устроена бесхитростно. Спереди независимая двухрычажка, сзади неразрезной мост. Но, несмотря на простую конструкцию, TAR имеет актуальную ездовую электронику, приятно скроенный салон и другие атрибуты современного автомобиля, включая медиасистему и климат-контроль. В Индии машины начнут отгружать клиентам через пару месяцев. В Россию приехало новое поколение флагманского седана Bentley. Обеспеченным россиянам Flying Spur представили еще в прошлом году, но реальные поставки машин стартуют только сейчас. Интересно, что за это время летящая шпора даже успела пережить обновление. И это хорошо, так как клиенты по достоинству оценят четырехместный салон, без которого нельзя представить современный представительский автомобиль. Расширился и выбор кроссоверов, доступных для состоятельных граждан. Теперь, имея пару десятков миллионов рублей, кроме дизельной Bentley Bentayga и длиннобазного Range Rover, можно купить Mercedes Maybach GLS. Если быть точным, то стартовая цена первого внедорожника со значком Maybach – 14 миллионов 330 тысяч рублей. Но ее можно удвоить всевозможными опциями. Хотите двухцветную окраску кузова? Плюсуйте 2 миллиона 100 тысяч. За колеса диаметром 23 дюйма придется доплатить 720 тысяч. Раздельные кресла сзади – это еще 216 тысяч сверху. И так далее. В итоге цену паркетника можно довести до 26 миллионов рублей. И надо полагать, многие обеспеченные россияне захотят это сделать. Их наверняка не смутит, что дорогущий Maybach почти неотличим от исходного Мерседеса. Снаружи Maybach'у полагается лишь другая решетка радиатора, богатый хромированный декор да колеса особенного дизайна. Зато внутри топовый GLS – это царство роскоши и простора. Убрав сиденье на галерке, создатели машины сдвинули кресло второго ряда назад. Наверное, большая часть заказанных автомобилей будут четырехместными. Но даже если брать пятиместную компоновку, боковые секции заднего дивана могут откидываться, чтобы пассажиры передвигались полулежа. За их комфорт отвечает пневматическая подвеска. При желании чистую пневматику можно заменить на гидропневматику.
но выбрать другой силовой агрегат не получится. Только бензиновый битурбомотор и 9-ступенчатый автомат. Купить кроссовер Mercedes Maybach можно будет уже осенью. А вот автомобили марки Aurus придется подождать подольше. Так, выход внедорожника Комендант запланирован только на 2022 год. Его дизайн теперь запатентован, поэтому будущие покупатели уже могут его рассматривать и обдумывать покупку. Заодно NAMI оформил защитные документы на тяжелый мотоцикл. Это будет электрический байк, которому до конвейера предстоит добираться те же 2-3 года. В России сертифицирован первый кроссовер от корейского премиум-бренда Genesis. Модель GV80 к нам привезут с тремя турбомоторами, одним дизельным и двумя бензиновыми. Гамму открывает бензиновая четверка налоговыгодной мощностью 249 лошадиных сил. На ступеньку выше – трехлитровая рядная дизельная шестерка. Мощность у нее такая же, но зато крутящий момент под 600 ньютон-метров. А венчает гамму бензиновый V6 объемом 3,5 литра. Все моторы сочетаются с классическим 8-ступенчатым автоматом. Интересно, что для нас не стали сертифицировать модификации с передним приводом, а заявили только вариации 4x4. Добавим, что на рынке новому GV80 предстоит выйти против таких бестселлеров, как BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. В год планируется продавать около 200 тысяч машин. Kia готовит нам сразу несколько новинок. Первым делом российский офис похвастался сертификатом соответствия на кроссовер Sorento 4-го поколения. Продажи стартуют в 4-м квартале, поэтому скоро опубликуют и цены. У нас появятся только две версии. Первая – со старым 180-сильным атмосферником 2.5 и 6-ступенчатым автоматом. К слову, точно такая же связка полагается свежей Sonata. Второй агрегат – это абсолютно новый турбодизель отдачей по 200 сил. С ним агрегатируется не классический автомат, а 8-ступенчатый преселективный робот. У нас Sorento предложат и с передним, и с полным приводом. Также будет возможность выбрать между 5- и 7-местным салоном. Другую новинку, минивэн Kia Carnival, придется подождать дольше, до следующего года. Хотя некоторые СМИ сообщают, что первую такую машину уже видели на дорогах Москвы. Это значит, что представительство сейчас занято ее сертификацией. Ни о моторах, ни о компоновках гадать не будем. А освежим память тем фактом, что на смену прежнему карнивалу приходит не просто минивэн, а Grand Utility Vehicle, то есть большой утилитарный автомобиль. В новом формате этот Kia стал похож на кроссовер, но сохранил сдвижные двери. В Корее карнивал рассадит 7, 9 или 11 человек. Немного раньше других покупателей обрадует обновленный седан Kia Rio. Полноценная премьера впереди, а пока опубликованы несколько затравочных снимков. На первый взгляд, рестайлинг будет достаточно серьезным. Еще одну новость нам тоже подсказали сертификаты из базы Росстандарта. Как выяснилось, кроссовер Geely FY11 наши дилеры будут продавать под именем Tugello или Tugello, как по-русски называется второй по величине водопад, который находится в Южной Африке. Бензиновый двигатель предложат в двух вариантах отдачи, одинаковых по крутящему моменту. Коробка передач – строго 8-диапазонный автомат, а привод – только полный. Мы не часто освещаем новости из IT-индустрии, но Яндекс подкинул нам интересный повод. Российский интернет-гигант прекращает поддержку приложения Яндекс.Такси, запуская новое под названием Go. По замыслу, его пользователи доберутся куда угодно на общественном транспорте, такси, каршеринге и даже на машине с персональным водителем, попутно заказывая экспресс-доставку блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, отправку посылок или перевозку грузов. Таким образом, увесистое приложение Go объединило функционалы нескольких сервисов Яндекса – такси, каршеринга Яндекс.Драйв, а также Яндекс.Еды и Яндекс.Лавки. Понравится ли пользователям такой винегрет? Ведь приложения Яндекса и до сих пор славились требовательностью к ресурсам телефона и потребляли много энергии.